Воробьи воруют зерно. Вон они все сидят. Холодно, вон они, вон. Полетели. По 10 зернов пшеницы. И они клюют сегодня. 32 минус. И так неделя простоит, где-то до 40 будет. Газель я с улицы загнал сюда, на территорию. Этот не поставил прицеп на место туда. Сейчас замело, надо чистить, доставить, чтобы не мешался. Сейчас грузимся на фазенду. Так, на той я, на этой вот дробилке я больше не дроблю. Взял сито пятерку отсюда и переставил ее на вот эту дробилку. Стояла сито тройка, сейчас пятерка. Мелит прям как раз хорошо. И быстро. Ну и в меру. По размеру. Так что меня это устраивает. Свиней тоже. Сейчас будем грузиться на фазенду. Так, все. Загрузили. На перекладные сани. Дрова, на котором гожу. Ну, в гараже это тепло. Градусов 15. Примерно. Сейчас машинка у меня на подогреве. Так, это мы уже загрузили старт поросятам. Это у нас что? Я уже забыл, что это. А, один мешок мы. Пока делать нечего, я был. Закинул. И вот еще 4 мешка. Сейчас загрузим и поедем. Так, все, загрузили. Открываем багажник и санки на место. На подогреве машины. Сейчас заводим и мчимся на ферму. Там, конечно, сугробы. Я утром кое-как проехал. Ну ничего, Нива. Хорошая машина. Нравится мне. Короче, снегу. Ого, сколько. А, и сугробы. А вот дорога. На второй, на пониженный. Не прет вон там в низине. Все снегом замело. На первый, на пониженный. Тогда проезжает. Ладно, пойдем отправляться. Балбес вот у нас. Да? А, пятнистый. Все, Маньку отбили вот. По чуть-чуть даем, потому что, чтобы молоко перегорело, надо кормить по чуть-чуть. Это Манька у нас супрусная. Сейчас будем, да, кормить маленьких засранцев. Вот этих вот. Вот отбили, короче, в 28 дней. Вот, смотрите, самое маленькое. Вот оно, вот оно. Ну, в раз в 5, наверное. Вот это самый большой кабан. Так, вот этот вроде ничего. А вот этот, ну вообще она. Ну как больше? Ну две ладошки, наверное. Так. Так, вот молочко им принес. Почему отбиваю в 28 дней? Потому что молока у мамки не хватает уже. Они полуголодные. Я лучше их вот подкормлю стартовым комбикормом гранулами и вот этим кармелаком. Прям вот прошлый выводок прям заметно на нем поднимается. Так что как-то вот так. Учухали уже. Так. Так, ну-ка. Засранцы. Ну-ка. Опа. Так. Я вторую поставлю. Вот так вот. Ну вон поставил ты чё? Сзади. Видишь, еще не все попробовали походу. Чё, тебя выгнали что ли? Милибусенькая, ну-ка давай.
О, мне самое главное, чтобы ты поела, попила молочка. Давай, давай, во, молодцы. Он старт комбикорм гранулы. Это молочко. Там хорошо они бьют. Им нравится. Ну, хоть что-то жидкое. А так, один сухой корм, как бы для маленьких, ну, не тот коленкор. Жиденькая всегда лучше. Ну, она и для свиней, конечно, лучше жидкая. Ну, где для такой оравы? Вот эти просятся на улицу. Я их на улицу всегда выпускаю. Вечером, когда управляюсь. Но сегодня закидал снегом дверь полностью, потому что она там дырявая, дырявая. Я почему ее не утепляю? Потому что им жарко, а они в свои фекалии ложатся и лежат. Свиноматки вот эти большие. Вот эти-то они, им не жарко, а вот этим жарко. Так что как-то вот так. Вот из-за этого я ее... А сейчас морозы, я ее закидал и выпускать уже не буду. Вот этих перегнал уже я. Вот здесь они сидели. Кормушку я увез домой на ремонт, потому что раздраконили они ее всю. А здесь сделал вон какую. Бочка 200-литровая. И круг из двойки из железа вырезал по 20 сантиметров борта. И десятка, это не граненка, а как ее, фундамента закладывают. Арматура. Постоянно забываю почему-то. Работаю постоянно железом и забываю название арматуры. Вот уже сколько лет постоянно забываю. Как вспомнить, так нет. Так, этих маленько погодя, вон туда переведем. Здесь клетка побольше. А тех маленьких переведем тогда вот сюда. А эту будем делать вот как эту в половину, да. Делать будем этот кормушку тоже такую же. Большую вот сюда устанавливать. Здесь у меня бардак. Еще пол не прибитый. Вот здесь вот надо прибить пол. Гвозди кончились, надо купить. И вон щели в досках. Вот этими досками надо все прошить, чтобы они не ковыряли. А то они все разломают. Так, ну все вроде. Еще вот... Кто там кого опять кусает, а? Короче, вот поросята на Авито выставил Петрен. Цена там есть. Кому надо подешевле, могу подешевле. Ну, он, который поменьше. Могу отдать подешевле. Не, ну не вот эту, конечно, маленькую. Маленькую я оставлю себе. Вот что-то не доели, не допили. Вот самый большой кабанчик, белый. И вот еще один белый кабанчик, этот поменьше. Вот кабанчик, если не изменяет мне память. Не, вру, вот он, вон тот кабанчик, вон тот. Это две девочки. Короче, отдам подешевле, кому надо будет. Вот этих, которые поменьше, вон поменьше и вон поменьше. Две, ну три, наверное, три поменьше я могу подешевле отдать. Значительно дешевле.